Москва, 10 Сен, Эрспорт, Анатолий Самохвалов. Процедура передачи 74% акций московского футбольного клуба «Динамо», принадлежащих УАО «Банк ВТБ», общественно-государственному объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» будет оформлена в течение 3-4 месяцев, заявил Эрспорт заместитель директора по связям с общественностью «Бело-голубых» Илья Кузенкин. Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что со следующего сезона ВТБ изменит схему финансирования футбольного и хоккейного клубов «Динамо», деньги будут перечисляться в Центральный совет общества «Динамо», а не напрямую в клубы. Председатель совета директоров ФК «Динамо» Василий Титов сказал, что процедура передачи акций от ВТБ Центральному совету «Динамо», продолжающаяся с июля, проходит в плановом режиме и будет завершена в 3-4-месячный срок, сказал Кузенкин. В прошлом сезоне «Динамо» заняло 4-е место в чемпионате России, позволяющее выступить в Лиге Европы. Однако УЕФА в июне отстранил «Динамо» от участия в Еврокубках на год из-за нарушения правил финансового фэрплей. Общий дефицит бюджета клуба за 2012-2014 годы составил более 257 миллионов евро. После в клубе произошел ряд изменений, исполнительным директором вместо Бориса Ротенберга был назначен первый заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Сысоев. Ротенберг также покинул пост президента клуба, должность спортивного директора оставил Гурам Аджоев. Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Андрей Кобелев.